I follow him into the old forest, watching him from afar. He is strong indeed. The one God comes to drive out the many, but here, in this place, God's influence is thin and threadbare. The old gods still hold sway here. Few venture this far into the wood. He is disturbed by dreams, dreams that gnaw at his very soul. He will rest for the night, but rest will not come easy. The battle has left him weakened, but he knows the dream will return. Да, я, кажется, забыл микрофон. Fears nothing on this earth, yet his nightmares sap the strength. Я поправил, ребят, там не должно больше так быть. Cold grip, да, я кое-что. Tomorrow he так, will use the old hunting path. Не выбрали. Long has it been in disuse. But for now, все переведу, только надо будет сложность поставить и снова, да, триал сделать. Так, старт не нужен. Нет, не старт. Нет, не старт. И выйти в меню нужно. Выйти в меню. Так, нет. Тут вот со сложностью так это сделали. Так, а как сложность поменять? Че за ерунда? Сейчас, секунду, ребята. Я что-то не понял. Она меняется в настройках, что ли? Сейчас я вспомню. Я просто... в прошлый раз, когда ты делал, да, там тоже какие-то заморочки были. А, вот же она. Ну, паладин, все правильно, чё? Ага, теперь на всю игру стоит паладин. Все понятно, окей. Так, давайте заново. Японцы молодцы. Нет. Все, давайте заново послушаем, я переведу и поехали. Это уже второе прохождение. Очевидно, заключается в том, чтобы пройти на уровень сложности паладин. Самый сложный уровень сложности. Так, друзья. Да, все. Голос нам уже больше ничего читать не будет. Итак, мы с Гебрил попал на охотничью тропу. Я последовал за ним в древний лес, наблюдая издалека. Он воистину очень силен. Одному богу под силу изгнать зло, но здесь, в этом месте, божьи влияния пошатнулись, и их положение ослабло. Старые боги по-прежнему имеют власть в этих землях. Немногие отважатся так далеко зайти в лес. Нашего героя ведет кошмарный сон, видение, которое тревожит его душу. Он остановился на ночлег, но отдых дается ему с трудом. Вот даже тут нам уже начинает говорить, что у Гебриэла начинаются проблемы со сном. Битва ослабила его, но он знает, что кошмары вернутся. И хотя он ничего не страшится на этой земле, его ночные кошмары подрывают его стойкость, а холодный ужас сковывает его сердце. Завтра Гебриэл отправится к старой охотничьей тропой, позабытой давно-давно. А пока ему снова снится сон. Так. Сейчас надо посмотреть, что у нас из триалов здесь. Вроде как там гем надо будет собрать. Да, один камешек. The answer is love. A force что заставляет человека идти вперед, преодолевать сложности и бросать вызов силам тьмы. Ответ прост — любовь. Любовь может заставить человека сделать отважный поступок, настолько безумный, что он будет потом
страдать от боли, которую сам себе причинил. Я слышал, ты искал хранителя озера. Я отвезу тебя к нему. Забирайся на мою спину, нам нужно спешить. Так, за нами гонятся варги, ребят. И нам нужно собирать кристаллы. Триал этой миссии, по-моему, не хилится, если я точно помню. Да, по-моему, нам нельзя хилиться здесь. Так, нам показывают, как надо управлять варгом. Так, сложность стать паладин, все правильно, ну-ка проверим на всякий случай. Да, паладин, все правильно, поехали. Но мы не заметили ветку, которая сбила Гебриэла. Так, самое главное не хилиться. О, здесь что-то лежит. Ну-ка. А, это первый зе... Стоп, подождите. Почему Триал фейл? Секунду, как так? А, он подхилился. Все понятно. Заново начинать. Секунду. Да, он подхилился. То есть нельзя хилиться. Я все понял. А камень зеленый подхилил, конечно же. Давайте заново. Триал фейл, это очень быстро, да. То есть без хила надо пройти все это. Но зато мы Magic Gem собрали, вот интересно. Да, то есть взять Magic Gem, но... Любопытно, как так. Ну ладно, не будем тогда брать его. Да, друзья, всем еще раз привет. Играем в Castlevania сегодня. Продолжаем прохождение. Сначала, правда, проходим на уровне сложности паладин. Уже игру проходили ранее. Так, у нас пол ХП. Пол ХП, ну ладно. Надо призвей с этими ребятами разобраться. Так, с этим разобрались. Остался... У нас один варк. Шлёп. Так, и оборотней нужно будет обязательно разобрать. Без хила. Да, бой с собакой засчитали на сложность паладин. Да, все нормально. Все хорошо. Ну не собака, а с этим, как варк, ликантроп, ликан. Самое главное не хилиться, ребята, все. Не особо сложный триал, на самом деле, ничего такого. Просто не использовать светлую магию и, соответственно, не использовать кристаллы зеленые на восстановление ХП. Так, еще один варк. Да, серебряный кристалл. Кинжалы очень профитные против них. Прям отличная штука. Так, пол ХП у нас по-прежнему. Не потратим на ХП так. Месим этого винегрет. Давай. Так, все, поехали. Холоп, привет.
не читал теперь. Да, ребят, с кем не здоровался, всем еще раз здравствуйте. Мультитаскинг у меня страдает. Давно не стримил, поэтому... Так, осторожно, от этого надо уходить прям. То есть можно потерпеть. А, синхронный блок, очень хорошо. На самом деле надо в домах вкладываться, что-то пачу этот момент. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, назад. Так. Сели на варга, все вперед. Иди грызи камни. Так, а что надо сделать-то? Надо вспоминать. Наверное, добить просто не было, да, все. Так, фаун снова у нас. Догоняет. Не-не-не, надо просто добить было. Все. Я уже, ребят, все позабыл, да. Ну, хотя на Кнайте игра прям доставила. Тоже проблема. Хотя последний босс значит, очень опасный. Даже не в игре последний босс. Последний босс в Аддоне. Я не могу продолжать дальше. Ты найдешь то, что ищешь впереди. Так, мы перепрыгнули. Ну, вроде как триал мы выполнили. По идее это. Ну, сейчас посмотрим. Так, Trial Complete, да, нам засчитали, и дали дополнительные очки. Так, давайте посмотрим, чтобы быть до конца последовательными. Нам и Magic Game засчитали, обалдеть. То есть, смотрите, то, что мы тогда взяли его, нам его засчитали, несмотря на то, что я рестартнул. Все понятно, то есть, если будут еще такие триалы, надо обязательно брать Magic Game. То есть, ничего страшного не произошло. Continue Quest жмем и поехали дальше. 110%, ребят, снова. Да, рано... Паладин, паладин. Да, все хорошо. Дальше, следующее. The Dead Bog.